Ну, в общем, в целом мы выехали. На 5 часов мы выехали позднее, соответственно, в лучшем случае мы будем, наверное, часов через 11, наверное, да, в Питере? Да, в лучшем, да. Если ничего сверхъестественного не приключится. Да, это опять же, да, если ничего не приключится в дороге, итого, если сейчас 6, 11, это мы... Короче, ну, грубо говоря, мы в 6 утра будем дома. Я думаю, что да, это пиздец, не раньше. А если еще, не дай бог, какая-то херня приключится, то это вообще... О, подвезем? Полы помоем. Да-да-да. Беда. Ну, пока едем, кто радует. Кукуна. Че? Просыпайся, приехали. Походу дело коробки кирдык. Да? Да. Волшебник, у нас походу дело коробки кирдык. Братиш, развяжу узелок, сейчас я выключу. Вообще ад. Короче, воняет. Что-то льется на глушитель и воняет адовым образом. А, вот оно. Да, это не может быть с двигателя. Если бы с двигателя, оно бы все уже слилось. Потому что он, ох, бля. А сапун, во-первых, надо сапун открыть. Скорее всего, из-за сапуна выдавливает. Сапун закрыли. Слушай, сейчас уровень проверим. Вот это надо тоже. Надо напускать сейчас паста. А, смотри, немножко. Отсюда еще, бля, это может быть и моторное, смотри, с подпробки фигачит. Да, вон там выливается вот оттуда, видишь, вот из щели, короче. Это масло, да, это масло. Это масло. Во-первых, этого нет уже никакого. Вот эту хуйню нужно снять, она была с ним так, кстати говоря, правильно. Ее вообще газилисты никогда не одевать, потому что это сапун, из-за которого масло потом... Да? Да. Да. Ну, я знаю, что оно плюется, и просто волшебник, мы сейчас будем вот этим дышать. Я знаю, что это такое. Поэтому у нас нет хобота, чтобы слить, поэтому пускай что-то сюда фигачит. Нет, лучше вот так вот оттуда снять. Братиш, одерни щуп, пожалуйста, а. Так еще оно не стекло. Ну, хотя бы, если там сейчас ничего нет, мы сразу купим какое-нибудь говно. Что-то... Ну, сейчас течет и вообще. Ну, сейчас течет, да. А как ощущения? Адовые вообще. Мне не въехать в горку, реально. Реально, мне не въехать в горку. Печалька лучше. Печалька лучше. Я нам третью, короче, вторую. Этот спит все время.
А я видел, кстати, сзади. Думаю, что, а там он спит, оказывается. Ничего себе. Герасиныч, да. За вами такие караваны машин, блядь, там. Слушай, ну мы уступаем, как только там уже. Я видел, ты там машин 15 собрал такой. Едем. Не-не, ну мы уступаем. Вот реально. Я на самом деле предлагаю, господа, испить кофейку, да, пополнить возобновляемые ресурсы. И там, кстати, мне на ботинок тормозуху капает. Реально капает на ботинок тормозуху. Здесь как бы немножечко утечки-протечки. Короче, в общем, да, в целом такая вот беда вообще. А, ну там да, там цилиндр главный. Это самое. У вас здесь, кстати говоря, у так нас, все... кстати, бензин тоже протекает. Короче, все вот это вот говно, походу, разъело. Оконсиятельно. Ну, в общем, я могу сказать, что... ну, а что делать? Мы едем и стекаем всеми жидкостями вообще. Едем и течем. Я течу. Я предлагаю масло еще все-таки купить, на всякий случай, моторного. Масло мы сейчас купим. Самое нищебродское. Я просто думаю, как бы, ну, если... у нас есть два варианта. Я думаю, что если Карабас все из него вытащит и все заклинит. Это ничего не заклинит, это такие крепкие машины. Я что... тоже, ну да, это вариант плохой. А хороший вариант просто будет выйти. И, кстати, когда вот эта маслища оттуда вытекла, она пободрее подъехала. Пободрее? Да, то есть сейчас она уже может до 90, но это сейчас. Нет, я вообще подумал, там можно, конечно, чуть-чуть открутить кое-что в карбюраторе, она побыстрее поедет. Но подумал, зачем? Не надо. Двигатель и так старенький. Не надо. Ушатается. Сейчас быстрее. Что-нибудь открутишь, вообще все ушатается. Вообще все течет. Да вы текучие парни. Мы любим тачки. Все, пойдем за кофеем. Да, пойдем. Главное, долили. Огонь. Ну, вытекает, конечно, адски. Я предлагаю не изменять себе, а ехать до последнего, пока не остановится. Ну да. Керосин. Вижу шнурочек, ты умеешь на бантики привязывать. Да. Ну. Ради безопасности. Алло. Спортивный замок. Не передавай. Парень, солнце еще высоко. Да, я думаю, что там 5-6 должен приехать. Утро. Прапорщик, за руль. Иди спи, животное. Поехали. Давай. Заводи бибику. Дай мне руку. Давай. Куда едем, девушка? Слэй. В бой. Ну что там? Что там? Короче, я вот этот вырвал, он был очень горячий. Я отсюда дымок шел. Дымок с рулевки, да, идет. Слушай, воняет. Но больше вроде ничего не греется, даже в... Блядь. Нам бы, блядь, не сгореть нам. Чё? Тут тоже, блядь, все горячее, ёпта. А, слушай, а проводка вот эта? Пощупай, да, провода. Нет, фишка в том, что, короче, здесь под рулевой и... Слушай, воняешь глаза, на самом деле, режешь. Там дым. Так, чтобы фары горели. На... О, видишь, горит. Да, дымок идет. Ну, на видео не видно, но я вижу, да. Вот он. Ломай он нахуй. Просто, блядь, выламывай нахуй, к хуям собачьим. Ну вот эти все типовые скрутки. Ну да, хуй там, блядь, не сопля. Все, короче, я сейчас все сделаю. А, блядь, горячая. А, вот он. Да заглуши ты ее. Блядь, если мы ее заглушим, мы не сможем понять чего. А так хотя бы сейчас ну, согласен. Огнетушитель притащи. Да, беда. Ёбать, не знаю,
Илюх. В общем, наши посмотри. Приключения продолжаются. Бля, мы чуть не загорели все время. Посмотри, фары горят. Горят? А так? Ну вот тебе ответ на наш вопрос. Да здесь ад вообще есть ножик какой-нибудь? Так, есть щипцы, по-моему. Давай. Блин, я палец обжег, ад. Так, это зажигание. Пипец, братюнь, конечно. Чуть не загорелись. Это у нас что получается? Это самый на свет, да? А, это подрулевое, но этот самый. Бигалка, который переключатель. Ну, вот он, короче, и коротнул. Коротнул! Газельманом коротнул. Спасибо. Ну, что там в итоге? А изолента у тебя есть? Нет. Огнетушитель ты принес, да? Огнетушитель, Илюк. Нету огнетушителя? Если плечом, то шапками будем закидывать. Слушай, подожди, на самом деле здесь что-то такое видел. Я, конечно, не знаю, насколько он... Но мы можем проверить, подожди, давай ты станем. Давай ты станем. На. Ну... Только никуда не... Давай не по... Ну, ну, да я понял, ветра. Понял, понял. Уже порошковый, наверное. Рукажу. Ну, короче, в случае пожара, кстати, кто-то уже пытался это сделать, смотри. Не получилось, люди на чеку. Ну, давай попробуем. Понял, да? Бесполезно. За брустер его туда. Короче, сейчас провода скрутим. Короче, огнетушителя у нас нету. Да. Беда. Ой, я опять сюда залезть, конечно, подножки тут нету, это беда вообще. Да хер с ней с подножкой, братиш. Илюшич, не стой на дороге, я тебя перетяну. В общем, электрик сейчас занят делом. Ага. Я думаю, он найдет всю причину, разберется. Рука и мы жопы! Поедем. Рука жопы в бой! Надеюсь, не сгорим и доедем. Кирилл? В гараже и поговорим. Короче, нам какой не изолента, да? Илюх, у тебя реально нет изоленты? Нет, конечно. Лейкопластырь какой-нибудь. Я же не электрик. Лейкопластырь. Как, в Вольве нет аптечки? В самом безопасном автомобиле? Проблемы нет, там, блядь, все переливать. Сейчас я посмотрю. Посмотри, пожалуйста. Блин. Тут тоже какие-то все скрутки. Пипец, мы вообще просто... Да. Приключение продолжается. Вот так вот. Все погасло, что ли? Вот это уже плохо, братиш. Это уже очень плохо. Стартер не работает? Где предохранители, которые все у нас? Вот. А? Факин щит, мы вообще просто за хуевую тучу верст от Питера. Так потише. Да, мы вообще в принципе, как бы, ты знаешь, от населенных. Ну чё там, ну чё мотаешь-то? Все нормально, братья, сейчас замотаем, поедем. Да здесь коротнуло под рулевой. У нас же, блин, фуры, поворотники-то не работали. Кстати, контора Виталика поехала. Что ты за ленту нашел? Там под капотом, чё, валялось как-то. Я понял. Слушай, вообще, что ты истеришь? У тебя здесь полный карман воды, между прочим. Что тебе? Я не истерю, я за безопасность. Так он рукой черпай, и это самое, и туши. Это не-не, вот это очень важная штука. Она, короче, смотри, это у нас такой стеклоподъемник. Нет, я тебе вот про эту воду. Это я понял, братиш. Это пожарный водоем. Сюда посмотри, это вот как печаль. Крутяк. Так что все, у нас есть пожарный водоем, на случай чего, все, давай. Огонь! Фары горят, посмотри, пожалуйста. Давай. Да, все горит, давай, закрывай. Привязывай бантик свой козырный и давай, все, валим. Ты что, испугался? Все, давай, едем. Господи. Залезать, конечно, через этот порог, это такая каторга. Его просто нету. Все, ничего не горит, валим. Блин, батюш, я очканул.
Как говорится, с Богом. С Богом, да. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве. О, мой один. А, тут не написано, что еще один. А, ну да, да, да. Да. Дверь проезжаем, короче. Мы с тобой как эти, сериал на дальнобойщики. Дальнобойщики, да, это самое какого там. Федорович, Я, кстати, хочу тебе сказать, у нас подсветка приборов, оказывается, есть. Это позитивно. Да, зелененькая, он светится, да. Но есть и плохая сторона. У нас скоро начнутся неосвещенные участки дороги, короче, от нашей иллюминации. Могут быть проблемы. Да? Да. Причем, что скоро они закончатся, я вижу, что они кончают. Ну, пока едем, пока больше ничего не загорелось, короче, масло вытекает, тормозок вытекает, короче, все круто, но мы едем. Да, пофиг, у нас тут есть масло, вода, все, что надо. Все, что надо, если что, мы сможем отбиваться. Сами обратно. Вот, короче, все огонь. Следующий огонь. Я думаю, что километров через 200 заправимся и пополним запасы расходной жидкости. А, блин, подъем. Подъем. О, кстати, темно сейчас будет. О. Иллюминации почти нет. Короче, мы не а тут, кстати, знаешь, я тут наклейку на лобовом стекле нашел. Почему все-таки у нас в гору, мне кажется, мотор не тянет? Почему? А здесь вот наклейка наклеена. Блин, ну тут плохо видно, что-то попробую сорвать. Капиталку стоит отложить. Короче, кто-то отложил. Это короче, какая-то... Ну, присадка, походу, какая-то. Присадка. Кто знает, ребят, кто наклейку знал, напишите, что это за присадка, которая «Газели» не помогла. Да, тут, короче, чувак в розовом плаще с гаечным ключом такой летящий. Ну все, что, едем дальше? Да. Капец, короче, колесо нафиг пропороли вообще. Да я, вы понимаете, на московской трассе отечественной. Вот, боковой, вот он, боковой, короче, порез. Хорошо, братишка, мы в Синке. Да, сделали запаску. Из какой-то помоечного колеса какого-то. Да, сейчас, в общем, по Быстроляну на трассе стрельнули домкратом строителей. Слава богу, здесь, да, дорожные работы. Ребята выручили. Вот. Дали домкрат. Хорошо, что у нас еще это колесо нормально отвернулось, сорвали. Да. Блин, братья, что это капец, конечно. Это капец. Капец был бы, если бы не было бы запаски. Был бы ад вообще, на самом деле. Если бы запаски не было, это сущий свет, сливай масло. Реально. Да. Сколько до Питера, волшебник? 500 еще. 500 еще? Заебись! У нас колеса кончились, запаски. Короче... Там на протяжении 10 километров нету ничего. Чего там? На протяжении 10 километров нету ничего, ни заправок. Вам еще сейчас заправляться надо. У нас канистры еще есть, запасная. У нас все 20-ка в канистре. Мы проехали сейчас 250 километров всего. Пиздец. Такое ощущение, что я уже 1002 нахуй на. А ты представляешь, как вот здесь? Ну здесь, да. А тут не чувствуется, а там едешь 80 километров и засыпаешь. Ты же нашел газель, понимаешь? Зачем тебе эти плоскогубцы? Домкрат спустить. Надо заехать на это. А там что, боковой, да? Боковой, да. Порез, да. Блядь, боковой ты хуёвый порез. Она камерная была, колесо. Не дохуя? Оно камерное было. Камерное? Да. Но если камерное, то возможно там
дело не в порезе, кстати говоря. Может поставить быть, может быть, камеру на изменение. Слушай, ну ее, скорее всего, просто, наверное, заживало. Ну посмотри, может, смотри, на порез. Да нет, нет, мы... видишь, рваная рана сбоку. Вот, вот, видишь, смотри. Да. Вот она, вот он, боковой, вот он. Ой, ёпты. Это вы где-то хорошенько так же. Ну, в яму сейчас шмякнулись. Больше резина, нет. Резина, вот, что, 500 рублей баллон стоит, конечно. За 500 рублей нормально не продадут, блядь. Так нет, это другое. А, это рабочая, стояла? Это да, это которая стояла, которую мы накачивали там еще. Это которую мы еще накачали в деревне. Да, 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 да. То есть, ну, которую мы на шинке сделали, она нормально там стоит. Сейчас заедем на шинку, на самом деле, пускай может заплатку поставить. Нам запаска нужна все равно. Без запаски это пиздец. Стопудово. А Данград это работников? Да. Данград вон взяли у строителей. Здравствуйте. Не, у них там... Ты что, от бога? У них... У них бобкат и буханка. Буханочка хорошая там, я вижу. Там сейчас тоже аккуратно. Дорога пиздец плохая, на самом деле. Их там много. Больше, чем нас. Колеса забрать не получится. Они в буханке все тусуются? Да. Ну я смотрю, разогналась газелька неплохо. 90, скорость, все. Но я там сейчас еще могу подкрутить немножко. Не надо больше. Не надо ничего подкручивать. У нас колес никаких. У нас колеса отваливаются. Ну уже к завершению, да? Ну да, сейчас. Вот сейчас будем, блядь, кидать. Это колесо шире, чем то. Будет ловить, надо будет. Он справится. Нет, ну базара нет. У нас до Питера водители бессменные. Потому что я уже тоже не пересяду. Я, блядь, мало того, что они бессменные, они еще и бессмертные. Голову береги. Бессмертный. Все, давай дам кран. Все, давай, братец, я побежал к строителям. Неси. Да, давай, сейчас протянем. Фу, ну все, нормальная, короче, тема, да, братья? Слава богу, колесо-то поменяли. Спасибо, что чертям вообще помогли. Да. Капец. Я тебе хочу сказать... У нас вот такое романтическое такое освещение. Да, правда, не видать ни хрена, и щетки кончились. Щетки кончились, да, вообще. Мало того, что она была одна, так она еще и кончилась, короче, это вообще жесть. Я тебе хочу сказать, что нам больше нельзя колеса пробивать, потому что больше у нас нет запасок. Запаски кончились, да. Слушай, я, кстати, уже реально втянулся. Я уже как настоящий дальнобойщик. Поэтому... Как газелист. Да, газелист, да-да-да. А легко. А давай как настоящие дальнобойщики поем в пути. Не вопрос, запивай. А что будем петь? Я не знаю. Сектор газа, давай, бомжа, давай. Давай. Давай, давай, бомжа. Давай. Начинай. 3-4. 3-4. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк, моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. А не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну. Все, братья, я не могу, уже вообще в лицо светит. А, да. О, нифига, мрак, короче. Ну все. Дорогу покажи вообще. Дорогу? Дорогу вообще. 400 верст до Питера. Просто вот у вас лопач не очищается, в кабине мрак, вот. Ермольника не видно, меня тоже. Еще он. Мы в аду. Кто-то дальним слепит, вообще жопа, короче, полная. Не видать. Ни хрена. Здесь аж дым идет. Но эти ж халява кончилась. Теперь только
Бесплатные дороги. Бесплатные дороги. О, а что так не... А, я понял. Сейчас. Сейчас попробуем. Как вот печаль, не урони только его. Здрасте, милая девушка. А сколько? 300? А есть скидки газелистам, нет? Обязательно, а сколько? 500? Ничего себе. Вообще не, просто не, нереально. Не проканало. А можно 200? У нас секретная сельхозоперация, мы везем рассаду в Питер. Да, давайте, ни нам, ни вам, 250. Не проканало. Не прокатило. Ну ладно. Блин, щетки по-прежнему не работают, братишка. Щетки? Я вообще, это просто, это ну, жесть. Нас даже волшебник ждет. Да, дожидается. Ой, блин, ну что, путешествие продолжается еще? Да. Валим? Валим. Короче, кончился бенз. 60 литров хватило на сколько километров? На 500. На 500 километров хватило 60 литров. У нас есть еще канистра. Еще у нас золотой есть, да, запас. Короче, ближайший терпит-стоп. Заезжаем на... Сейчас на заправку. Самый, да, на ближайшую. Да, да. Снова полный бак, короче. Снова полный бак. Как назовем газельку? На время путешествия. Белая бесть. Белая бесть. Нет, нет, это... Ну, все. Какой-нибудь газоджини. Газоджини? Да. Я не знаю. Можно просто газмяс. Газбенц. Газбенц. Газбенц — это BMW. Газбенц. Слушай, ну ладно, хоть доехали до населенки, то есть где свет есть там. Уже хорошо, да. Уже хорошо, да. И то радует. Братиш, я хочу спать. Поверь, все хотят спать. Я тоже хочу спать. Красавчик. Я спать хотел еще вчера. Не, ну только мы вот так можем, понимаешь? Пару суток не спать. А поехали! Ты святой! Блин, просто... Как всегда. Святой из Купчино. Святой из Купчино, да. Да. А ты не видел знаков? Сколько до бензоколонки? Нет, знака не видел. Видел знак до Питера сколько? 347. Мы его проехали. Только что. Ну, пару километров назад. Пару километров назад. Ой, ой, ой. Мы, в принципе, можем ее сжечь прямо здесь. Кого? Волшебник спит? Я уже заикаюсь. Волшебник спит. Красавчик. Красавчик. О, сейчас заправимся, поедем дальше. Похолодало, мне кажется. Не то слово. У меня что-то уши замерзли. Слушай, ну там... Ты хоть в капюшоне. Ну да, я же водитель BMW. Блин. Да, да, обливай ее всю, всю обливай. Короче, всю. Все, до бензоколонки хватит. Там будем что-нибудь предпринимать. Да, давай. Так. Так. Пробку. Пробку. Вон, как здесь модная такая разметка, такая модная. Что, такая гоночная? Очень. Все, все, давай. Братиш, поехали. Все, давай, садимся, валим. Я тебя поздравляю, мы преодолели этот путь. Ты, правда, многое проспал. Что за... Но я тебе хочу сказать, наше техническое состояние не подвело. Фары светят в землю, значит, палка вываливается у нас, не работает вообще, так они не заработали, стеклоочистители и поворотники. Мы истекаем всеми тормозными жидкостями, мой, значит, правый ботинок уже разъело тормозухой. Нам остается только пополнить запасы жидкости и, короче... Да, жидкости закончились. И финал, братиш. В бой. Валим? Валим, да. А ты куда? Туда же, куда и ты. А, за жидкостями. Ой.
начала разъезжаться. Да? Быстро ехал. Сюда упало. Так все бодро, все ништяк. Ну, ну что почти. Ну, главное, нам хватило добиться. У нас что-нибудь досталось? Там что-то течет все время. А огонщик? Вообще нормально. После последней заливки ну, ты вылез. Такой бодряк на улице-то вообще. На сколько время? О! Время без 15.6. Не смотри сюда. Не буду. Там, короче. Там фановая вода, как сказал бы Сантехович. Фановая вода? Ну да. Давай подольем вот сюда, да. Я не умею, братиш, подлей. Господи. Ты же механик. В конце концов, надо проснуться. Блин, вообще вот бедный мой ботинок. Да вот она! Красота. Да. Ну. Газелька справилась. 800 километров с помойкой в кузове. Последний марш-бросок. Хорошо мы запаску с тобой сделали. Ой. В шинке. Что, все? Огонь. Давай я капотик привяжу. Давай, конечно, да. Твое любимое занятие. Капотик привязан. Да. Бантики. Ну а что, все должно быть эстетически красиво. Да. Действительно. Все, валим. 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 Ну что, секретный гараж Купчино. Мы едем. Залезай. Мы по стаканчику не обращаем внимания. Кстати, уже рассвело. Да, уже, между прочим, светло. Это тихая ночь, забавами дня. Все то, что есть, ну как твои, все поворот руля. И пусть ведят, что ты плохой, в свои 16 лет. На тебе петля и у виска пистолет. Но мы же полною грудью вдохнем дорожную пыль. Ведь это праздник известных мужчин, забавы для настоящих мужчин. Но мы же полною грудью вдохнем дорожную пыль. Ведь это праздник известных мужчин, забавы для настоящих мужчин.